Человеку по природе своего сотворения свойственно ошибаться, оступаться и допускать огрехи. Так или иначе, осознанно, а иногда и по незнанию, мы совершаем порицаемые Всевышним поступки, за которые мы несем ответственность перед Творцом и будем спрошены за это в судный день. Безусловно, лишь всемогущий Создатель ведает, что творится в сердцах и умах его рабов, и только он знает истинное положение человека. Пост же является уникальной возможностью заслужить прощение своим ошибкам и стереть эти грехи, начать все с чистого листа. Ведь, как сказал в одном из своих хадисов посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, кто постился в Рамадан с верой и надеждой на вознаграждение, тому будут прощены совершенные ранее грехи. Причем милость Всевышнего настолько безгранична, что Он прощает нам ошибки и грехи, совершенные на протяжении года, от одного поста в священный месяц Рамадан до наступления нового Рамадана, как сказано об этом в хадисе пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Месяц Рамадан является искуплением для другого месяца Рамадана. Грехи, совершенные между ними, за исключением больших грехов, прощаются Аллахом. А теперь ответь мне, мой беспечный друг, идущий на поводу своего нафса и желаний, готов ли ты отказаться от столь щедрого подарка Всевышнего Создателя, с помощью которого, очистившись от своих грехов и ошибок, ты получаешь уникальную возможность начать все с чистого листа? Или цена за это тебе кажется слишком высокой?